Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать, как сажать такой суккулентный садик. Я участвую в проекте, где мы с девочками решили посадить свой суккулентный сад. И сейчас я покажу, как это сделала я. Сегодня мы будем сажать суккулентный садик. У меня есть вот такая красула. Не знаю, что это. Есть ичверия. Вот такая толстяночка. И есть вот такое украшение.
собственно, то, что получилось. Суккулентный садик. Этот садик я сажала в прошлом году. И уже раза 4, наверное, его подстригала. Этот тоже старенький. Но еще не зарос. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!